Мадам Мафруа, социальное страхование. Здравствуйте, мадам. Налоговый инспектор Бар. Здравствуйте, месье. Нам нужен господин Гоше. Проходите, пожалуйста, проходите. Проходите. Господина Мишеля Гоше я сейчас позову. Майк, вставай, дорогой мой, пришли из социального страхования. Эй, ребята, разыщите Майка, предупредите его, пришли эти типы из госстраха. Пузатую не забудьте захватить! Живо, живо, бегом! Подождите, сын сейчас выйдет, он одевается, одевается, да? Подожди, подожди. Добрый день. Дети, мама. Я вижу состояние вашего мужа. Ужасно. Да, печальная ситуация. Боюсь, что мы будем вынуждены его госпитализировать. Прошу вас, господа, пожалейте бедного отца. Не отнимайте у меня мое дитя, мое сокровище. Умоляю, пощадите. По-моему, у вас сегодня больше детей, чем в прошлый раз. Сколько же их все-таки? Кажется, 7. Ах, нет, 8. Нет, нет, 7. А 8 скоро появится. Такое возможно? Это единственное его развлечение. Мадам Гоше, я напишу, что больной не транспортабелен. До свидания. До свидания.